Так, ребят, теперь я в Hyundai, это Краснодар, ключ авто, аэропортовская 4/2. Но здесь группа салонов начинается. Вот тут представлено очень много Hyundai. Крет, то есть, ну, Крет есть в наличии, но цены предоставлены только вот за одну Крету. За нее цена будет 1 348 000. Это будет машина 1.6 на механике, но с полным приводом. Она с противотуманными фарами. И по комплектации, ну, дисковые тормоза спереди, сзади, кондиционер, помощь, система помощи при старте в гору и спуске с горы, фронтальные подушки. Комплектация Active, 1.6 на механике, как уже сказал, 1 348 000. Будет один из самых популярных кроссоверов в России за 1 300 000. Допустим, можно будет сравнить с Туксоном. Туксоны есть новые. Так, 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал, механические регулировки сидения будут полностью. Ну, почти, ну, то есть заглушки есть, но управления на руле достаточно. На коробке механики он. Ну, с простенькой мультимедией, соответственно, со тканевым салоном. Ну вот, Крета на механике, кроссовер в ярком таком красном цвете. Полный привод, опять же, да? Для механики, для довольно-таки большой багажник. Предустановлена уже сигнализация, Шархан лежит. Вот она, Крета в красном цвете. Вот Туксон. Туксон уже в такой богатой комплектации, он на дисках. Представлен номер телефона, ключ авто Hyundai. Диски Hankook 18. Доброе. 18-й с дисковыми тормозами. Вы блогер, что ли? Да. Серенький с противотуманками. Помощь нужна вам? Нет, я сам. Спасибо. Так, Lifestyle Advantage. Комплектация называется 2 литра. Шестиступенчатый автомат. Но здесь не полный привод. Здесь только два ведущих колеса. 150 лошадиных сил. 2 104 000 цена. То есть, видите, как, ну, как бы реакция адекватная, да? Подошли, спросили, блогер, не блогер, все, никаких нету предъяв, как в других салонах. Так, легкосплавные диски 18, навигационная система с 8-дюймовым экраном и навигацией, подогрев передних и задних сидений, электронный ручник, круиз-контроль, камера заднего вида, светодиодные фары с омывателями, система доступа в салон без ключа. То есть, вот 2 100 000, Туксон. В хорошей комплектации, да? Видно, тут так бесключевой доступ реализован. Ну, электропакет будет по стеклам, по зеркалам, подогревы. Механическая регулировка сидений. Опять же, можно сказать, мультируль, обшитый кожей. Уже есть мультимедиа экран, подлокотник, электронный ручник. Ну, все как там написано на автомате. Не знаю, тут немножечко темновато в салоне, но так вот отделка в панели уже есть что-то как под карбон. Задний ряд можем продемонстрировать. Тоже стеклоподъемник и подогрев сидения реализован. Также регулировка спинки, оп, вот так под наклоном. Видите, что-то он так громко так делает. Почему-то регулировка есть туда-сюда. Можем посмотреть багажник. Так, вот опять же, багажник, наверное, аккумулятор отсоединен. Но здесь вот так нащупал я, стоит камера. Багажник мы открыть не можем. Не будем сильно дергать. Как есть, представлена новая Соната. Черный цвет, кожаный салон. Ну, бенда, Hyundai в этом плане. Так, ну, крыша металлическая. Так, отъё кругом посмотреть. На 19-х колесах 235-45. Ну, дизайн, конечно, на мой взгляд, спорный. 2.5 объем. Но многие в восторге, конечно, в восторге насчет ее. Необычный очень дизайн. 2.5 мотор. Вот эти вот фары ее, да, так реализованы с заходом на капот. Новая Соната вот так реализована по морде. Камера кругового обзора, скорее всего, у нее есть. Я вижу, что цена за данный автомобиль 2 170 000. Ну вот, грубо говоря, так любимый всем кроссовер в России можно за 2 миллиона взять, либо Сонату за 2 170 000. Бусинес. Не знаю, как правильно звучит. Бусинес комплектация. 2.5. Шестиступенчатый автомат. 180 лошадей. Полностью цифровая приборная панель. Фронтальные подушки. ГЛОНАСС. Ну, это все понятно. Светодиодные фары прожекторного типа. Электронный стояночный тормоз. Датчик дождя, датчик света. Электрорегулировки сидения водителя в 10 положениях. Двухзонный климат. Аудиосистема Bose. Как кто-то прикалывается, да? 11 динамиков. Сабвуфер. 2 170 000.
Ну, наверное, примерно нужно рассчитывать на 2 миллиона 200 приблизительно, да? Загорелось табло, подлокотник, и вот так реализовано. То есть драйв, нейтраль, реверс, паркинг, подлокотник. Ну да, просторная машина, конечно, за 2 миллиона сонатка. Напишите комментарий, кто бы что выбрал. Я бы, наверное, Туксон скорее бы выбрал бы себе. Но если была бы, допустим, вариация выбрать либо то, выбор пал бы на Туксон. Тут рядом стоят три автомобиля. Ну, тут что еще? Самый ходовой, популярный, это будет Солярис. Номер два, лидер в рейтинге Автостат, индекс 20 года. Выгода в трейдинг, типа 40 тысяч. Актив плюс на механике, 1 069 000. Да, Солярис за миллион. Можете прийти сюда с миллионом и уехать отсюда обладателем Соляриса. Или приехать с нулем, уехать на Солярисе, но быть должным банку денег. Ну, 4 стеклоподъемника, актив плюс, но не будет, конечно, литья. Будут штампы с колпаками серебристые и белые. Ну, приблизительно, наверное... Так, но белый будет, комплектация у него будет побогаче. Побогаче, но на белого цена не представлена. Пройдем вот еще Туксоны посмотрим, раз тут они в изобилии представлены. Почти 2200, здесь 2,4 объем. 2,4 объем, там 2 литра был, здесь 2,4. Скорее всего, это будет обычный атмосферник. Полный привод, 184 лошади, ценник уже почти 2200 без 5000, то есть 2 миллиона 195. Камера заднего вида, 8-дюймовая мультимедиа, так понимаю, да, CarPlay, подогрев сидений, датчик дождя, камера заднего вида, подогрев руля, электропривод, 6 динамиков, Bluetooth, 2200. На моторе уже 2,4, 180 лошадей. На резине Continental, 17-е диски, но здесь будет уже, ну, комплектация будет немножечко победнее, чем там. Потому что здесь объем 2,4. 2,4 объем дороже. Туксон кроссовер. Ну, видите, как бы большинство выбирают Кретту. Кретта, потому что немножечко побюджетней. Так, вот интересно, по допам, да? По допам пройтись. Есть тут ценники на ковры? Так, оригинальный Hyundai Center Краснодар. 5000 коврики стоят. 4000 коврики. Ну, примерно 3400 самые бюджетные. Резиновые 3, резиновые с тканевыми вставками 3500. GDI. Так, вот Tucson. Это, наверное, будет такой же двухлитровый какой-нибудь. Выиграй призы в мир Hyundai. Тоже написано, что лидер. Цена 1 760 000. Вот 2 литра на механике, 2 ВД, 150 лошадей. Так, АБС, фронтальные подушки, система мониторинга давления в шинах, регулировка угла наклонок спинок. Миллион, ну, вот, допустим, самая, наверное, бюджетная версия. Но она уже будет на дисках представлена, на 17-х, ну, на литье. Тканевый салон, ну, вот 1 800 000, да, 1 769 000 там. Здесь цены наверняка указаны с какими-то скидками. По итогу машина окажется наверняка дороже, чем здесь сказано. Ну, механические регулировки, тканевый салон. Мультимедиа еще меньше, чем на том представлено. И механическая коробка с двумя подстаканниками и с подлокотниками. Туксон представлен здесь. Цены что-то не вижу. G80. Вот интересно посмотреть H1. Hyundai H1. Тоже вот рестайлинг у него был. Ну, там в каком-то видео я говорил, что, допустим, нужно сравнивать с Peugeot Traveler, либо Citroёn, как он называется, уже забыл. Space Tourer, по-моему. H1. Ну, H1, конечно, немножечко уже устаревшая модель в плане мотора, в плане расхода. Но это будет хорошая комплектация на резине Nexon. 15 или 16 колеса, не могу понять. 16. Давайте посмотрим цену. Но на тканевом салоне. 2 миллиона 664. Здесь будет 2,5 написано мотор, 5-ступенчатый автомат, GRDI, не знаю, family комплектация, ну типа семейная машина, я так понимаю. Подушка безопасности, 16-е диски, аудиосистема, датчик света, подогрев руля, круиз-контроль, электрозеркала с подогревом, фары проекционного типа, аудиосистема двухдиновая, 6 динамиков, ну 2 миллиона 600.
64, грубо говоря, 2 700 000. Комплектация Family. Ну, тут ряд сидений будет двигаться вперед-назад. Задний ряд сидений у них прикручен намертво. Руками не оторвешь. Нужно откручивать. Резиновые коврики здесь представлены. Ну, проход есть между передними пассажирами. Можно открыть сейчас, допустим, посмотреть, какой есть размер багажника еще, когда стоят там сиденья. Здесь тоже у всех представлена сигнализация Шерхан. Есть мультимедиа. 2.4 автомат. Ну, как бы до сих пор их они ездят, их берут там. Не знаю, смотрю, очень много они работают на море, в гостишках, на трансфере. Вообще так на перевозке людей, если нужно там, допустим, перевозить. Вот так механический, тут рычажочек механический такой. Блин, ну багажник, конечно, если ты до этого смотрел на багажник Соляриса, то этот багажник очень круто смотрится. Здесь есть подлокотники, но пластик довольно-таки хлипенький, конечно. Коврик здесь резиновый. Багажник, да, есть. Семьей, допустим, куда-то на дальние путешествия, конечно, возможно, все не влезет, но поместить довольно-таки можно. Ну и тут, допустим, такое укрытие на пикнике от дождя, да. Ну, есть плюс у открывания двери вот так наверх. Тут такая, не знаю, не очень удобно мне почему-то. Я так лапаю, конечно, им тут машины, но так закрывать, на мой взгляд, удобней. Вот он представлен. H1. Ну вот, ребят, такое получилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, поддержите эти обзоры новые. Будут выходить почаще. Пока.